Продолжим выпуск. В преддверии праздника Наурыз театр кукол Алакай организовал спектакли для школьников города. Постановка под названием «Отпусти поводья и лети» прошла сегодня для учеников средней школы номер 14. Спектакль, созданный по мотивам казахской народной сказки «Храбрецы», юные зрители смогли лицезреть сразу на двух языках. Спектакль рассказывает о том, как юный герой, столкнувшись в неравном поединке с темными силами первородного страха, смог выстоять и тем самым спасти свой народ и всю степь от неминуемой гибели. Очень познавательный спектакль, который участвовал на многих международных фестивалях и обладатель дипломов как за лучшую режиссуру, как за лучшее оформление и за лучшую женскую, за лучшую роль мальчика. И он вызывает большой интерес не только у зрителей, но и критики, которые высказывали свои впечатления, мнение об этом спектакле. Для нас очень ценно и высоко. И мы гордимся этим спектаклем. Это украшение нашего репертуара. Посмотрев спектакль, юные зрители смогут поближе познакомиться с обрядами, традициями, музыкой и танцами казахского народа. А использование в постановке планшетных кукол помогает создать атмосферу удивительной волшебной сказки. Смысл этого спектакля о том, чтобы человек, наверное, должен освободиться от своих каких-то негативных мыслей или хотя бы, скажем, от страха, который сковывает его и не дает ему возможность лететь по этой жизни, расправив крылья. И мне хочется сказать, что вот в этот праздник всем пожелать, чтобы в душе у каждого человека было, в жизни каждого человека было два солнца. Солнце на улице яркое, весеннее, и солнце в душе. «Отпусти поводья и лети» – не единственная постановка, которую юный зритель может посмотреть в преддверии Наурыза. Вниманию школьников будут представлены произведения национальной драматургии из репертуара театра. В их числе «Кто заплетает гривы лошадям», «Бей дубинка», «Нити чувств» и многое другое. Динара Абдуалиева, Галымжан Урынов, телеканал «Актобе».